Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и я хочу сказать свои ощущения по поводу книги Джорджа Мойс «До встречи с тобой». Также я посмотрела экранизацию этой книги, она вполне успешна и совпадает с моими ощущениями, также из-за прочитания книги. Автор очень правильно и трепетно описывает эмоции, возникающие между героями рассказа. Когда я читала эту книгу, я погружалась в эту всю атмосферу, представляла все эти картины, которые возникали у меня, и прочувствовала каждого героя, понимала их характер, их черты, их особенности, принципы, понимала взаимодействие между героями и что они чувствуют, когда встречаются вместе и когда проводят вместе время. Я видела изменения отношения друг друга главных героев. Главная героиня Луиза, она очень трепетная. Она, вот ты вот когда читаешь, я вот сидела и читала эту книгу, и я прям ощущала ее желание, ее трепет и при этом такое немножко как пренебрежение к своим же принципам из-за человека, которого поначалу она не совсем воспринимала всерьез. Она как бы дала дыхание, наверное, главному герою этого рассказа, и ты потом, у тебя такой ступор происходит, когда ты вот думаешь, произойдет так, но происходит совершенно по-другому. Я очень надеюсь, что вы из-за моего видеообзора прочитаете эту книгу и сами прочувствуете эту атмосферу, и она принесет вам только искренние эмоции. До свидания.